Я уже дома. Прошла где-то неделя. Я как приехала, сразу заболела. Потому что я ехала с Якутска до Сунтара, до моей деревни. И ехала я сутки в плюс 34, поэтому в такси включили кондиционер, и меня продуло. Вообще, вернувшись домой, у меня немножко такое странное ощущение. Я ничего не хочу делать. Я просто хочу сидеть и смотреть в одну точку. Поэтому я буду приходить в себя. Сейчас иду с мамой в магазин. Возьму вас с собой. Просто так. Телевизор там тримають. Тут ти? Угу. От телефон у мене тут треба. О, давай. Що тут? О, лампа розлагається. Я камеру перенарядить, не кадет. А потом